На сцене участник под номером 64. Четыре, пять и шесть и семь. Мне присесть не хочется совсем. С камешками надыми я дружу. Я по ним хожу, я по ним хожу. Я по камешкам хожу. Но ты звуки нахожу. Здравствуй, песня, а моя напеваю я. Я приду домой, сяду за рояль и сыграю песенку траль-ля-ля. Больше ног и каблучков, и в руках смешков, и в руках смешков. Я по камешкам хожу, но ты звуки нахожу. Здравствуй, песенка моя, напеваю я. Карташова Анна, такая малюточка, у тебя еще впереди целая жизнь. Яркая, правда? И полная побед. Не расстраивайся, хорошо? Я даже спиной услышал, что ребенок маленький, ростом. Сколько тебе лет? 9. А, 9 лет, я смотрю, что ты, наверное... Это почти 10. А, почти 10, все понятно, все понятно. Спасибо, Анюта, тебе надо мультики озвучивать. Вот супер, так я как будто мультфильм смотрел сейчас про маленького какого-то кузнечика, который идет, напевает. Спасибо, немножко еще позанимаюсь, и все будет замечательно. А ты где занимаешься вокалом? Я занимаюсь в клубе. Денисова Татьяна Александровна, да, подсказывает? Угу. А кто предложил эту песенку? Ты выбрала или Татьяна Александровна? Татьяна Александровна. Ага. А вот смотри, песенка классная, веселая. Вот ты как только вышла, вы сразу поняли, что что-то там такое вот сейчас будет происходить очень интересное, потому что зал зааплодирует. Такая маленькая песня веселая, но в этой песне есть такие интервалы тоже веселые. Что такое интервал, ты знаешь? Ну вот ты спроси у Татьяны Александровны, она тебе расскажет. Интервал — это расстояние между нотками, по которым ты прыгаешь. И тут этих скачков было очень-очень много, а твое горлышко к этой песенке еще совершенно не готово. Поэтому если бы ты взяла песенку намного легче, чтобы скачки были не такие частые, ты бы выиграла сегодня. Подготовься лучше и приходи на следующий год. Ты молодец. Держи конфеты. И не расстраивайся, у тебя все впереди еще. Хорошо? Спасибо. Спасибо тебе огромное. И вам спасибо.